фестиваль Тултфест. Это тот фестиваль, где люди показывают свои новинки, участвуют в различных конкурсах и мероприятиях. А также можно принять участие в мастер-классе и посмотреть, как работать тем или иным инструментом. Сегодня 18 мая, Тултфест, Москва. Этот фестиваль для нас организовывает компания MV Group. Многих изобилие стенда, мы наконец-то подошли к стенду КВТ, где сегодня рассмотрим те новинки, которые представляет данная компания, ну, соответственно, наша компания. Расширяется ассортимент по перчаткам. Можете здесь их наблюдать. Есть перчатки без пальчиков. Как раз это именно те перчатки, о которых говорили под нашими видеороликами. Вы просили, чтобы у нас появились перчатки без пальцев. Вот они. В этом году ряд перчаток расширяется довольно глобально. Если мы начали с трех пар, как вы помните, это было где-то полтора года назад, то сегодня на нашем стенде и в нашем наименовании присутствует более 10 различных типов и моделей перчаток. Также в нашем ассортименте сейчас появились ножи различные, строительные. Есть нож для моделирования. Все вы можете наблюдать на нашем сайте, а также здесь. Новые наборы. Слесарно-монтажных отверток, удобные в бытовом смысле, маленькие наборы, можно с собой всегда кинуть в машину, возить с собой вместе. Как вы видите, ассортимент молотков у нас тоже расширяется. Если мы заходили с одного и двух моделей, то теперь у нас их более 10. Дарю вам слово. Что у нас еще? Какие новинки тут нас ожидают? Что мы можем увидеть? С этого года у нас появились ключи. Можем их наблюдать поштучно в наборах. Рожковые, комбинированные. Также планируется у нас поступление ключей, комбинированных с трещоткой. Набор торцевых головок. Это один из наборов. Таких наборов у нас около 5 разных по наполняемости, по комплектации. Ассортимент рулеток тоже расширяется. Посмотрите, появились новые рулетки, чего ранее не было. То есть на фестивале 2018 года рулеток у нас еще не было. Мы только начинали. Да, ассортимент рулеток от 3 метров до 50 метров. Никогда не знаешь, где судьба может свести людей, которые общаются в интернете, на канале YouTube и в Инстаграме. Вот как раз Александр, он из Тюмени, посетил сегодняшний фестиваль Тултфест и как раз подошел к нам на КВТ. Пользуетесь ли вы каким-либо инструментом нашей компании и ваши ощущения по эксплуатации его? Ну да, пользуюсь и инструментом, и сумками, то есть давно пользуюсь. Там первый инструмент у меня вашей марки, по-моему, лет 5 уже, это съемник изоляции, там VS-04, по-моему. Вот. До сих пор в строю, все пружинки отлетели, но функцию выполняет, как бы, рюкзаки есть, подсумки есть, инструментальная сумка, отвертки. Ну, пользуемся, да, инструмент хороший, ассортимент у вас пополняется, в принципе, в ногу со временем, то есть... Хотелось бы чего-то, смотришь, у вас уже появились. Вот органайзер, например, тоже не так давно у вас появился, прикольный такой. Как это было вообще в начале? Как зародилась идея организовать фестиваль, собрать несколько компаний, привлечь сюда людей? Это же все очень сложно. Вот с чего вообще все это началось? Это придумал наш генеральный директор. Вот. И когда он рассказал свою идею нам, вот, ну, не то чтобы в штыки приняли, а мы сначала не поняли. Не поняли всего того, что это несет, хорошее. Но вот когда сели и мозговой штурм там обсуждать, как все это будет, появились, действительно появились идеи,
И я вот, во всяком случае, я понял, что это должно будет работать. Мастер-классы, у нас есть только показы, конкурсы, ну и что греха таить, конечно, магазин работает сейчас, да, сейчас народ туда бежит, быстрее покупает, получает купон, участвовать в лотерее, но все равно мы считаем, что главное это пропаганда, это наша реклама, конечно же, и реклама наших партнеров, которая проводится в игровом плане, в игровом ключе, то есть не так, как на выставке. Здесь все значительно демократичнее. И я считаю, что этот формат, он вот как раз для начала лета, для начала сезона. Это хороший очень такой хорошо. Стимул, да. Да. Поддержать что-то, увидеть новое, приобрести. Вот как раз заговорили немножко о рекламе. Ну, соответственно, мы КВТ тоже вашу рекламу делаем у себя на канале YouTube, и нам зрители оставляют комментарии, говорят, когда же МВ Групп проведет фестиваль Tool Fest в наших городах? Сейчас на этот вопрос нам ответит как раз организатор, когда же он проведет фестиваль в вашем городе. Очень хотелось бы сказать, что, дорогие друзья, в будущем году мы к вам приедем. Нет, к сожалению, нет. Мы приглашаем всех сюда. МВ Групп – это московская компания. Пока у нас нет филиалов, пока не смогли мы развиться для того, чтобы объять всю страну. Мы работаем над этим. Поэтому на следующий год собирайтесь и все приезжайте сюда, в бизнес-центр Румянцева, в МВ Групп, на фестиваль уже Tool Fest 2020. Будем делиться с вами впечатлениями, какими-то новинками, опытом. Ну а сейчас мы поздравляем вас с пятилетием, желаем вам процветания. Спасибо. И дальнейшего сотрудничества как с нами, так и с другими компаниями. Спасибо, мы ждем здесь всех, кто любит профессиональный инструмент. Отлично.